Всем привет, дорогие друзья, с вами Фуандри, и сегодня я начну проходить легендарную игру, которая совсем недавно вышла, это Atomic Heart. Вот, мы начинаем новую игру. Здесь у нас всякие советы. Все такое. Сейчас у нас начнет прогружаться все это дело. Сейчас посмотрим, как у нас обстоят дела. Так, у нас почти загрузилось. Французских булочек. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о сотруднике. Отвали, перчатка, сам знай. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Ха, еще и время останется. Потом на аттракцион сходим. Город Челомей! Так, подождите-ка, люди. Что-то мне кажется, что... Расположен на платформе ИКАР. Передовое достижение науки. Платформа ИКАР была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. И раз, два, шаг вперед, раз, товарищ, два, шаг в сторону, товарищ, и с рукой, мне, пять. Дорогого батюшка, тренировки не желаете? Чтобы правильно и красиво выполнять упражнения, ноги поставьте пошире. Давайте, в принципе, в сторону, с удовольствием. Удовольствием. Спасибо. Руки, ноги, спину. Просто идите в сторону большого здания. Его отовсюду видно. Мам, ой, ну не долетела она. Подумала. Спасибо. Сынуль! Я что-то нажала, и все сломалось. Опять застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Лети сюда! Ну, лети сюда! Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Что-нибудь придумаем. Так, что мы... Погода прекрасная. Красота. Машинами, Андрей Михайлович. Чё они тебя разбили? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего он особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон чё исполняют. Фига себе у вас тут. Да, это под управление. Я настроить. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Я себя тут летаю. Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно, отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд.
Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штокхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Окей, окей, хорошо. Красота. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануд. Так, ну что ж. Товарищи! Жители платформы ИКАР и гости предприятия. Совсем скоро начнется выступление генерального директора предприятия 3826, академика Дмитрия Сеченова. Просим вас проследовать в сторону центральной площади. Да без проблем вообще так-то. Товарищи, теперь расстояние не бойся, видно друг другу через устройство. Ё-моё. Работай, работай. Ого! Это вроде дополненной реальности что-то. Здорово. Ну, как налетай, приобретай, коллективу подключай. На Луну и отправимся. Хоть поднимись аж до небес. Как не знай, хочешь с песней, ну, хочешь без. Еще партию идем? Жаль, что социальный товарищи, рейтинг не позволяет сразу нужно сделать много полезного для общества, чтобы получить особенную мысль. Вы как вы шумите, товарищи. Ну, прогресс. Нифига себе. Ха, мимо! Партия. Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы мысли. Приобретайте вестник предприятия, товарищ! Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации, и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Прогресс не стоит на месте? Прогресс на месте. Прогресс на месте? Мяк, аж гордость берет. Так. Не буду вас отвлекать. Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. Самые свежие новости социальных газета мне сейчас только не хватало. На кой она мне? Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот паршивец. Вчера я прошел полимеризацию. Да. Вот какой душа. Это надо, чтобы весь атом вошел на этот раз. Кто возьмет прибор? Замечательно. Обретает в жизни смысл. Хорошо играет. Голос какой душе. Ё-моё, тут прям пусо, пусо, пусо. Вы кто, солдат, товарищ? Дипломная продвигается. Так, дипломная продвигается. Нормально пока что. Продвигается.
товарищи, только на платформе ИКАР вы уже сегодня можете пройти полимеризацию в мобильной лаборатории. Вливайся в коллектив уже сейчас. Вместе мы отправляемся в будущее. Один укол и дальше пошел. Ветераны без очереди. Дорогие товарищи, напоминаем вам, что до выступления академика Сеченова осталось 10 минут. Узнайте хронологию великих открытий и, конечно же, почтите память всех жертв военных событий. Давайте почту. Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только нет. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Кто возьмет прибор «Мысль», обретает в жизни смысль! Простите, что вырвалось. Будет сделать, когда все... Смысль? Коллектив по всей стране! Помни о грядущем дне! Ну, ё-моё ты. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Не спеши-ка, не спеши. Вот, открытие полимеров. Товарищ Сеченов создает полимеры. Та-та-та. Создание научной когорты. Постой здесь, Вова. Дальше я сам. С родниками моими. Говорю. Ну, здравствуйте. Изобретение водородной ячейки. Можете почитать все это. От полиэтилена чума. Фашистской чумы не уберег. Один я остался. Создание предприятия 1943 года. Коллектив. Полет человека в космос. Могущественная наука СССР совершает казавшийся невозможным советский космонавт Юрий Гагарин совершает первый полет в космос. Ну-ка, пошлите-ка. Долго наука шла к этому. Сила полимеров невероятна! Лаборатория будущего. Какая красота невероятная. Щебетарь. Я в детстве и подумать не могла, что можно будет так. Здорово. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова полимерное просвещение. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы, образованный гражданин, хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому!
Да-да-да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Прямо-таки эту? Фига себе. Добавили в свою перчатку функцию сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Информация, получаемая датчиками, транслируется на сетчатку глаза напрямую, создавая эффект дополненной реальности. Пока что я вижу только эффект никак не изменившейся реальности. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Фига себе, сканер. Alt. Удерживайте Alt. А, Alt. Окси, дочь моя. Ё-моё. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Ну, слава богу. До свидания, товарищи. Фига себе, тут производство полным ходом. С наступающим. Ё-моё. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3820. Предприятие 3826. 6. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка. Скачка. Который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия. Благодаря моему открытию нейрополимеров и процесса мимикрической адаптации стало возможно воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети «Коллектив 2.0».
Сеть, в которую будут объединены люди и роботы. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке. От лица предприятия 3826 представляю вам устройство будущего. Нейронный коннектор мысль, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть — это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Мысль заменит вам все это и многое другое. Ваши возможности станут поистине безграничными. Изучить иностранный язык за одну минуту, выучить квантовую физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего виска. Для совмещения нейроконнектора с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. 5 минут. Всего 5 минут, и вы человек будущего. Товарищ, пройди полимеризацию вместе со всеми согражданами Великого Советского Союза. Стань частью коллектива 2.0. Научись управлять роботами силы и мысли. Покори космос. Зайди на вершину эволюции. Глобальный запуск сети коллектива 2.0 состоится 13 июня 1955 года. Осталось 2 дня. Надень мысль сейчас и стань Homo Futurum в числе первых. Пришло время перейти в будущее. Ну вот, перейти в будущее, да? Здорово! Так, здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Вы слышали, как товарищ Ласточкин? Так, ну давайте-ка. Товарищ майор, проходите в холл высотки, вас ждут. Отличная машина. А в ней до сих пор двигатель внутреннего сгорания стоит? Да, представь себе, до сих пор. Как мне это? Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, Натюрлих. Натюрлих. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Ваш лифт только что прибыл? Ничего себе. А что я могу получить, кроме вашего лифта? Так, ну пошлите, лифт так лифт. Доступно с 13 июля бесплатно в пунктах полимеризации.
Это, то есть, вот эти вот все капсулы? Что ли? Фига себе. Неплохо так. Что-то долго так едем. Не знаю почему. А мы вообще движемся, нет? Да вроде движемся. Да-да-да, мы движемся, между прочим. Извиняюсь за такие лаги. Просто я первый раз запустил игру, это нормально. Так, ну вроде как приехали. Выход здесь, да? Или где выход? Так, хорошо. Сюда не могу пройти. А сюда почему-то могу. Это что такое? Сохранение данных. А, сохранение? Серьезно? Ну а давайте в офис Сеченова мы проследуем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Фуандри. Ссылочка на канал Игоря моего друга моего будет в описании. Заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте там свою активность. Добавляйте меня, друзья, в Дискорде, ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Это был Atomic Heart. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Ой. Не, пока, видимо, еще не пока-пока.